Магілёўскай вобласці працягваецца сезон нарыхтоўкі яблыкаў. Прадпрыемствы спажыў кааперацыі закупаюць у насельніцтва так званую паданку для далейшай перапрацоўкі. Для вяскоўцаў гэта няхай і сціплы, але плюс да сямейнага бюджэту. Машина нарыхтоўшчыкаў курсіруе па населеных пунктах Белыніцкага района на протягу некалькіх тыдняў. Кожны адрас тут вядомы. Шматдзетная сям'я Клыгуновых, яблыказдатчыкі са стажам. Працуюць тут разам, бо кожны яблык бонус у сямейны бюджэт. Мы пробовали Антоновку, лясовку. Они очень вкусные. Ты прям все сорта знаешь. То есть ты каждый год помогаешь родителям собирать яблоки? Да. За некалькі дзён у гэтай гаспадарцы атрымліваецца сабраць больш за 900 кілаграмаў яблыкаў. Маленькія, крыху кіслыя, менавіта такія збіраюць для перапрацоўкі. 46 рублей 80 копеек. 40, 45, 46. Начали мы приемку яблока с июля месяца. Цена закупочная 5 копеек. У нас работает 6 внештатных заготовителей и 2 штатных заготовителя. Выезжаем в населенные пункты. По желанию наших жителей района мы можем выехать даже со своими работниками, оказать помощь в снятии яблока, затаривании. Ну и здесь же грузим на машину и везем на промпереработку. Принести яблоки можно и у магазина, и там одразу отримать те гроши, те отповедный кошту товар. Таким чином, все лето у Могилевской области уже закупили у населенства каля 80 тонн клубницы и больше за сотню тонн паречек. Усяго нарыхтовали 690 тонн ягод. 460 из них экспортовали. Планируют закупить у населенства 18 тысяч тонн яблоков. И до уделу запрашают усих. Павел Савицкий, Седа Каспарова, Александр Тарасов. Новина «Регион».